Цитирую. «Подготовить регион к отопительному сезону – одна из важнейших задач для коммунальных служб. Мы ведем масштабную работу по замене устаревшего котельного оборудования на современное. Строим и модернизируем объекты водоснабжения. За 5 лет в Кузбассе построены и реконструированы 66 котельных. Как результат – улучшение экологической обстановки, бесперебойная подача тепла и безаварийная работа сферы ЖКХ в отопительный период», – подчеркнул губернатор Сергей Цивилев. На сегодняшний день в коммунальном комплексе региона 910 котельных, 122 станции водоподготовки, 81 объект очистки канализационных стоков и около 20 тысяч километров инженерных сетей, из которых более 12 тысяч километров водопроводные. За летний период все эти объекты пройдут ревизию.